Короче, поставил я фьючер, чтобы пройти дальше зомби, у которых появились очки, типа очки из будущего, смотрим, вот так вот они выглядят, для прикола. Future, короче, надо написать вам в меню, больше ничего не надо нажимать, ни Enter, ничего, просто пишите Future, жмете кнопки, 6 кнопок, 6 букв. Ладно, что мы придумаем здесь? Так, что мне придумать здесь? Ну, что-нибудь прикольное, побольше денег что-нибудь, чтобы было. Не знаю. Вот вторая часть растений зомби, там, конечно, придумали всего. Лишь бы только донат платили, там вариантов много. А что здесь, я не знаю, что здесь придумать. Ну, типа, что, я хочется что-нибудь необычное, но ничего такого на ум даже не приходит. Прыгать будут чуваки, но это не проблема. Начало стандартное, через мину играем. То есть, сейчас быстренько второй сразу ставим. Появляется первый зомби. Мы ставим третье. Все по времени, как обычно. То есть, я ставлю третье растение, и появляется зомби через 2 секунды. Это проверка, как быстро вы делаете все. Вот он, красавчик. Ну, очки ему ничего не дают, кроме стиля. Здоровье у него больше от этого не становится. Он как был зомби, так и им и останется. Ничего не поменяется. Так, ставим иллюзиониста, дубликатора. Как хотите называете его. Вы понимаете, о чем я. Так, сюда. И будет у нас такой в шахматном порядке получилось. Здесь вот у нас иллюзионист настоящий. Значит, сюда это. Так, мина у нас не восстанавливается. Не успеваем немножко. Тогда за 175 поставлю стреляющего. Он-то справится, потому что он замедляет и скорость поедания наших растений. И он хорошо будет справляться против бегунов. Замораживать будем их. Лук у нас есть, который автоматически за нас выбрали. То есть можно тоже что-нибудь придумать с луком. Вот, например, сюда я вставлю, и нам не надо защищать верхнее поле, почему бы и нет, хорошая стратегия. Только через него перепрыгивать буду, да, это другое дело. Ну, для начала сойдет. Можно потом второй лук поставить, то есть он перепрыгнет этот лук и другой съест, и тогда перейдет в другую сторону опять снова. Можно так сделать. Давайте так и сделаем. Так, за 325 я хочу купить. Потому что по деньгам все нормально у нас. И мы можем себе позволить дорогой такой тройной горохомет. Такое дорогое растение в начале игры. Вот так вот. И здесь второй лук, если что, перепрыгивает, чтобы все нормально было. И 325 горох еще внизу поставлю. Сейчас замораживать начнут. Вот он сейчас бежит, ну вообще медленно, очень медленно. Все шикарно работает. Ничего не может делать. Так, что еще придумать интересного? Да ничего придумать на самом деле, еще 325 ставлю. И снизу ставлю также. Просто быстро пройду этот уровень, потому что тут особо не поэкспериментируешь никакими вариантами. Все, что стреляющие, у нас только два растения стреляющие. Ну, есть еще звезда, давайте поставим тогда звезду. Чтоб разнообразие какое-то добавить. Еще сотку надо. 75. 50. 25, давайте, и ставим. Получается, у нас вот в этих линиях ничего нет практически. Ну, у нас есть лук, который хорошо защищает эту линию, они просто переходят в другую. Таким образом, мы можем не защищать эту линию. Хотя, тем не менее, у нас есть тройной горохомет, который постоянно стреляет. То есть
Он помогает офигенно все делать. Вот здесь что-то очень много зомби. Поставлю-ка я блок. Раз такое дело. А здесь поставлю тыкву, потому что он перепрыгнет сейчас. Звездочки стреляют. И конус сейчас добьем. Так, далее. Давайте сюда поставим. Целая линия звездочек, чтобы было. Чтобы красиво было. Ладно, тогда и сверху добавлю. Хочу сделать симметрию таким образом. Снизу тогда давайте поставим лук. Чтобы у нас все было одинаково, идентично. Идентично натуральному, как говорится. Как пишут на большинстве продуктов. Вкус идентичный натуральному. Это значит химический. Это не настоящий вкус. Старайтесь не покупать такие продукты, где написано идентичный натуральному. Хотя сейчас трудно найти что-то, где не написано это, поэтому... Все потому, что все пытаются сэкономить на всем, и когда химию добавить, это будет дешевле, чем настоящий вкус, например, какой-то. Вот так вот. Скоро все будет химическое, и только позволить себе богатые смогут нормальную еду. Реально нормальную, без всякой химии. Органическую еду, без генно-модифицированных вещей. Так. Ну что, последняя волна. Поставим тогда так уже. Все, полная симметрия. Ха-ха-ха, красота. И по центру еще тройной горохомет сейчас забабахаю. Чтобы уж наверняка... Давайте, 325 мне. Сделаю красоту такую. Давайте, ребятки. Давайте, ребятки. 325, поехали. Последние зомби. Умирают очень быстро. И мы прошли шестой уровень первой главы. И снова 500. 500. Долларов США. Ну что нового здесь? Да вообще ничего. Что за фигня, ну? Что мне тут придумать? А я знаю, что придумать. Двойной, а потом поставлю четверной. Вначале, как всегда, это. И мы сразу иллюзию делаем. И чего-то одного не хватает, например, блок какой-нибудь, да? Ну, вроде все. Сейчас посмотрим, что у меня из этого получится. Буду ставить так, а последняя линия будет эти двойные, которые будут стрелять, чтобы их не съели наверняка. Хорошо поставить в защите. Так. А зачем ты поставил дубликатора? Если можно было обычный, он быстрее тогда бы активировался. Хотя вот дубликатор даже сейчас практически мгновенно сработал. Так, ставим 25 и ставлю мину. Начало стандартное абсолютно, как я люблю играть. Я думаю, вы тоже таким способом многие играете. То же самое шахматный порядок сделаю, чтобы уже красиво было. Люблю красоту во всем, поэтому делаю таким образом. О, как видите, как быстро. Вот первый зомби только умирает, а у меня уже почти две линии растений, подсолнухов. Так вот быстро получается. Так, что здесь? А, здесь лимитатор. Что-то немножко затормозил. Думал, что поставить. Так, двойной, где у нас двойной? 200, вот сейчас будем двойной ставить. Сейчас я подожду, где зомби появится, в каком месте ставить следующий зомби. Так, здесь, хорошо. Мы сделаем двойные, потом за 250 апгрейд, и потом огонь добавлю, и будет просто чики-пуки. Будет все чики-пуки. Каждая линия двойной. О, угадал, хорошо. Угадал, куда поставить. Сейчас столько буду стрелять много вообще. Красота будет, увидите. Я такую редко стратегию использую. Я, по-моему, даже не показывал такую, а может показывал. Так, сверху у нас проблема. Я поставлю, чтобы он перепрыгнул. Просто, чтобы перепрыгнул и дальше быстро не бежал. Только для этого я поставил эту мину. И сейчас 200. Сейчас быстро убьет. Двойной, да, нормально. И нижняя линия у нас беззащитная только осталась. Сейчас я это исправлю. Так, снова бежит. Что мне там поставить?
Давайте так поставлю, чтоб не бежал быстро. Любое препятствие надо поставить, что-нибудь такое полезное я решил поставить. Все равно буду ставить стенку чуть позже. Ну а сейчас можно, например, добавить огонь уже. Вот сюда. И сейчас мы увидим, насколько быстро они умирают. Бум-бум, бум-бум, все. Красота. Я поставлю огонь, потому что это более эффективно, чем 250 ставить. То есть огонь такой же эффект будет действовать, как 250 в начале. Но огонь еще эффективнее, если их больше. То есть огонь по-любому эффективнее в данный момент ставить первым, а потом уже я улучшу еще и растения свои. Давай еще огонь. Сюда огонь. Ну, кстати, огонь будут перепрыгивать эти, так что нормально, они не сидят. Вот здесь только сейчас. Я тогда уберу мину, чтобы он перепрыгнул. Хотя он, может, не добежит даже. Не, добежал. И сюда огонь, все. Вот он перепрыгнул, теперь не двойное повреждение получает. Кстати, когда он бежит в шестом, я так понимаю, что у него дополнительное здоровье, которое как бы как-то по-другому считается. Потому что он должен был умереть побыстрее все-таки. Ну и что, поехали. Опа, вот это да, вот это пошло все. Круто. Круто, круто, круто. Я думаю даже не ставить защиту, потому что пусть перепрыгивают. Это будет получше. И ставлю второй ряд, теперь по 200. Сейчас быстро убивать будут. А здесь, как всегда, я люблю звездочки поставить. Давай мне 200. Звездочку надо защищать. Ну все, где сразу так много, там вообще никто не пройдет. Сейчас за 250 еще сделаю апгрейд. Самой первой линии там не очень хорошая защита. Или последнюю, или первую делать надо. Там не все так хорошо. Все, поехало. Опа. Офигенно. Офигенно. И сюда, наверное, поставлю. Здесь, кстати, уровень долгий. Много волн, так что хорошо, что я таким образом прохожу. Это очень эффективно. Ой, ёшкин кот, я за сотку купил, простое почему-то. Не двойной этот репитер. Он по-английски репитер, а так, я не знаю, как там, повторяка, если дословно переводить. Перевод должен быть повторяка. Но он, наверное, какой-нибудь двойной гороховый. Я не знаю, как он там перевели. 200. Ставим, все отлично. И сюда. Ну все, теперь 250 жду, еще какой-нибудь апгрейд сделаю, какой-нибудь линии. Не знаю какой, они все сейчас одинаковые, можно сказать. Ну, кроме вот эти вот, конечно, они проигрывают, но я имею в виду, какую из них выбрать, без разницы. Везде одно и то же. Так вот. Сейчас просто без вариантов. Вообще никто не перепрыгивать будет. Они добежать не смогут. Вот так вот. Никто не добежит. Ну, еще звездочки ставлю, потому что этот у нас перезаряжается. Я не могу следующий поставить. Поэтому пока что деньги пойдут на звездочки. Они тоже какое-то повреждение наносят определенное. Ну, как-то перепрыгнул вот. Повезло ему. Перепрыгнул, прожил дольше. Своей никчемной жизни. Че, 250 будет. И внизу поставлю, чтобы симметрия была, а по центру не будет апгрейда тогда. Вот сейчас будет красиво-красиво. Опа! Красота, да, ребята? Это что, была последняя волна? Ёшкин кот! Как мы быстро все прошли. Тут последняя волна, вообще никого не было. То ли они умерли так, я даже не заметил, пока ставил. Смотрю, уже никого нету. Так, ну что, появилось ведро. Ну попробуем тогда с магнитом пройти. Что нам надо взять для этого?
Нам нужен магнит и нам нужно кофейное зерно. Далее, как обычно, я делаю дубликат подсолнуха, чтобы быстрее развиваться. Вначале обычно мина нужна. Что еще? Ну, можно арбузами пройти. Можно добавить арбузов, да? Блок. Ну и все, поехали. Let's go, let's rock. Поехали. Вот что за нас уже выбрали, вот тут растения, поэтому я смотрю, что выбрать. Ну, арбуз взял, ладно. Посмотрим, может, я не буду строить, он дорогой все-таки. Как пойдет, так и будет. Ой, я сейчас сделаю вторую линию, вообще лимитаторы только будут второй линии. Чтоб красиво было. Обычная линия, лимитаторы. Вот так у меня будет на этот раз. Так, минус ставлю. Лимитатор. Ой, какой лимитатор, ёшкин кот. Имитатор. А я какой-то лимитатор постоянно. У меня что-то в голове просто застряло. Я вместо имитатор постоянно лимитатор. Как будто он лимитирует что-то. Вообще, о чем это я? Иллюзионист, все, короче. Дэвид Копперфильд. Все, вот это растение Дэвид Копперфильд. Так, ну что, в этот же ряд появился еще один зомби. Придется ставить сюда. Вот так вот. Ну что мне делать? За 325, наверное, сделаю. Да, 325 будет офигенно. Давай, взрывайся. Я ставлю прям сюда. Ну, этот умрет. И еще один 325. И дальше уже по центру где-нибудь там уже начну магниты ставить. Ну, блин, не по центру, а вот вторая линия и четвертая линия это эффективнее всего, потому что они вокруг по одной клетке работают. Ну, или по две клетки, по-моему. Радиус действия магнита. Вправо две клетки, влево, вверх, вниз, вот так вот. Ну, не две, на самом деле, одна. Это я преувеличу, да, правильно я сказал изначально, всего одна клетка. Радиус действия. Ну, я поставлю вот так, например. Один магнит готов. Перед магнитом блокировку поставлю. Потому что я думал, конусов не будет, а оказывается, есть конус. Я думал, только с ведрами будут идти. Здесь я не буду ставить. Я лучше за 325 подожду. А, кстати, поставлю шипы здесь. Хорошая тема. Добавлю шипы везде в первый ряд. Здесь у нас снова будет так же. Блокировка и шипы. Пока они будут есть, грызть орех, а они будут получать повреждения от шипов. Отлично. Отлично. Снизу конус. Не убьем мы его, наверное. Ну, 325 сейчас поставлю тогда. 200. Еще 5. 4. 4 солнца. 3. 2. Все. Сейчас, чтобы добить его. Да добьют, добьют. Да, все. Давай, давай, давай. Не хочу ничего ставить. Добивайте. Ну что за дела? Ну ё-моё. Придется шипы сюда ставить. Чуть-чуть не добили, да? Некрасиво все испортили мне. Я просто не взял ничего. Ну, ничего не взял, что, чем я могу его убить. Мгновенно ни взрыва, ничего, ни бомбы, ничего не взял. Ни перца. Просто я не думал, что такое возможно вообще. Чтоб кто-то вообще попытался пройти. Ну ладно. Это фантастика. Я играю как бог. Ладно, этот следующий уровень. Я шучу, конечно. Следующий уровень и потом бонусный уровень. Я про это хотел сказать. Бонусный уровень это там, где тебе просто даются растения, но и ты просто выбираешь, куда их поставить. Типа как боулинг тоже так катится. Растения ты выбираешь. Доставить. Ну, нормально там. Прикольный уровень. Там чомперы, по-моему, даются еще. Ну, что еще поставлю здесь так вот, чтобы красиво все было.
добавлю ряд. А поставлю еще здесь, по центру. То есть у нас слабое звено сверху и снизу, но так как там пусто, пока не пройдут, всех убью. А, я поставлю еще шипы. Второй ряд, тогда они будут дольше умирать. Повреждения получать, я имею в виду. И сюда поставлю. Шипы еще хороши тем, что они всем повреждения наносят зомби. Хоть там 10 зомби, что один, но они все одинаково повреждения наносят всем. То есть можно целую такую дорожку делать с шипов и все. И этот ряд вообще будет в защите полной. Ну что, я рад, что я сделал все достижения, практически осталось найти Йети, вырастить и вырастить дерево мудрости. Все. Я очень рад. Когда я начинал я давно, я думал, блин, сколько ж надо будет играть, может что-то не получится. Но как видите, все получилось. После того, как я все пройду, все достижения сделаю, я покажу все секреты, все секретные коды и все-все-все. Выпущу такое отдельное видео, просто покажу, что это дает, как это работает. Я читы не показываю, я только вот коды, которые официально работают в игре, покажу. Я ничего взламывать не хочу, я все играю по-честному. А все эти коды, их можно узнать через, когда вы выращиваете дерево, до максимального, там многие советы и коды открываются таким образом. Так, что у нас? Начало стандартное. И иллюзию делаю имитатора такую. Что придумать здесь? Ну, тоже поставлю, конечно же, магнит. Что нового можно добавить сюда? Я думаю, что бы вам интересное показать. Да, вообще ничего нету вам интересного. Ну, блокировку это. Блин, чё поубивать их? Не, некрасиво будет. Давай 325. Всё. Точно так же, только по-другому немножко. Изменил я. Просто первые три не очень идеально выбор для меня. Например, это растение, оно вообще не нужно мне. Marigold. По-английски Marigold. Marigold. Не особо эффективно. В начале. Выбор имею в виду. Памкин тоже мне не нужен на самом деле. Что я буду защищать тут легко, на самом деле. Бесполезно для меня. Первые три выбора. Ну, арбуз могу построить, я не строил. Вот как первую главу сейчас проходил второй раз. Арбуз я не строил, могу показать, как я буду это все делать, проходить. Снизу пошел, хорошо. Сейчас восстановится, мину поставлю. Как обычно, начало. Ничего нового. А вот дальше будут отличия. Ну, 325 я тоже поставлю, как и раньше. Так, мину быстренько ставим, чтобы... Да, все нормально, успеваю. Ждем, копим 325 на тройной горохомет теперь. Точно так же, как в прошлый раз, ставлю сюда. Самое эффективное здесь и четвертая линия в начале. Если поставим по центру, то первая и последняя, она будет по-другому защищена. Лучше всего ставить таким образом. Еще 325 коплю, а потом уже будет какое-то отличие, что-то поставлю там, посмотрим. Я просто арбузы хочу поставить, то есть я поставлю 325, а потом арбузы. Ну и, конечно, надо магнит поставить, там все-таки с ведрами чуваки пойдут. Ну, для них можно, конечно, и мину поставить. Что мне с этим сделать? Не убьет же он один. Да, не убьет. Может, убьет? Сейчас посмотрим. Не, не убивает. Ну, поставлю таким образом тогда. Защиту поставлю. Все, 325 по центру будет у меня арбуз. За 300, вернее. Далее. Сейчас посмотрим, что у нас происходит. Да ничего нового. Все как было.
Тогда арбуз сюда еще. Сверху поставлю мину, чтобы этот не прошел. Я туда арбуз потом поставлю. В первую и последнюю линию будет нормально там. Так, ведро снизу пошло, значит, вот так ставлю. И защиту. Все без ведра, он простой зомби. Слабее, чем конус. То есть в таком случае даже с конусом зомби считаются самые сильные здесь, если я поставлю магниты везде. А здесь поставлю мину. Потому что у меня восстанавливается стенка, чтобы на мину наступили, если что не получится у меня. Ну или в защиту памкин поставить на него, посмотрим. Но я вообще 300 хочу накопить, поэтому стараюсь не использовать ничего лишнего. Сюда, значит, поставлю. Верхний и нижний ряд нормальные зомби, простые идут. Сверху очень быстро умер, потому что сплэш. Как там, урон по местности. Урон по местности. Не знаю, как сплэш перевести на русский. В общем, не знаю, как его лучше всего перевести. Массовый урон, как бы. Так, по центру бегает чувак. Пусть вот так бегает и дальше прыгает. И внизу чувак. Пусть перепрыгивает. Поставлю здесь блок. И сейчас арбуз надо купить. Опа, еще один чувак. Пусть перепрыгивает. Нужен арбуз срочно вниз. По деньгам не хватает. 225, 250, 275. Они сейчас сожрут это все на самом деле. Ставлю арбуз. Давай, давай, стреляй. Сейчас 125 надо, защиту на него. Все, отлично. Снизу сейчас съест. Блокировку поставлю. Ну все, теперь нормально все. Все под контролем. Ставлю так. Сверху поставлю. Тоже магнит, чтобы красиво было, как я люблю. Симметрия какая-то была. А здесь у нас будет такой под защитой цветок просто. Флауэр. Золото нам приносить будет. 50. Вот быстро, кстати, поставил. Сразу мне 50 монет добавил. Как мы видим, 50 тысяч у меня. То есть мне надо еще 200 тысяч. Но на самом деле меньше, потому что у меня куча растений в саду. Их, за ними надо просто поухаживать. И это будет меньше нужно мне. Так, здесь мне защита. А, это еще не конец, поэтому я поставлю. Еще целая волна будет попозже. Так, так каким-то образом. А, он перепрыгнул. Понятно. Он, значит, перепрыгнул у меня, получается. Так, я по второму арбузу везде поставлю. Не хватает силы. По центру надо еще арбуз, смотрю там. Сюда защиту. Так, ведро снизу идет, но еще ведро у нас не восстановились наши. Ребята, магниты. Вот, все остановился. Сейчас второй должен восстановить. Все нормально. По центру ставлю. Так, перепрыгнул чувак. Убейте, пожалуйста. Не хочу терять его. Потерял. Потерял я магнит. Сюда защиту, чтобы этот магнит уже не потерять. Сейчас восстановлю магнит. Опа. И 75, чтобы он начал работать, то что он спит по утрам, только кофе его может пробудить. Ну что, последняя волна и бонус уровень. И-хо! Последний уровень. Последний уровень первой главы, конечно. Еще целых 4 главы мне проходить, а я уже это проходил, мне уже немножко поднадоело все это, честно говоря. Поднадоело.
Снова они съели мою, блин. Магнит мой. Ну что, мы получили снова уведомление. Письмо. Hello, we're about to launch on all out attack on your house. Silently dead. Zombies. И последний уровень. Смотрим. Так, по-быстренькому. А, здесь ничего не надо выбирать. Поехали. Три волны, наверное, будет. Сейчас кое-что проверю. Все нормально. Так, ну что, поехали. Так, это вот это двойное. Тогда такой поставлю. Сейчас какую-то симметрию хочу сделать. Вот это двойные, да? Двойные сюда поставим. А заморозку сюда, потому что он... чтобы помогать этому. Я хочу симметрию красивую сделать. Так. Сюда. Это простенький. Простенький будет сюда. Сейчас сделаю красиво. Блокировку пока ставить не буду. У нас все отлично. Простого куда поставить? Здесь три простых будет. Ну, давайте так сделаем, да. Двойной, короче, будет у нас здесь, по центру. Заморозку сюда еще. Мину это все я не ставлю пока что. Этот бегун не допрыгнет, не добежит никуда. Здесь слишком много. Так, двойной, двойной, двойной. Куда же двойной? Сюда двойной пойдет. Сейчас надо мины использовать. Или я вот так поставлю. Двойной сюда. О, чомперы у нас есть еще, оказывается. Ну, давайте тогда ставим вот так чомперов целый ряд. Хотя я поспешил тут, но вообще будет много возможностей. Обычный сюда. Двойной. Сюда заморозка, двойной. Давайте двойной. Тут на самом деле нет разницы. Сюда поставлю двойной. И сюда двойной. Простой поставлю в центр. Заморозки не хватает. Вот она, заморозка. А здесь давайте поставим просто мины. Так, обычные куда ставим? Обычные так поставим. Мину сюда. Простой сюда. Блокировка. Можно было чуть-чуть сдвинуть вправо, потому что у нас все нормально со всеми вариантами. По центру. Да, по центру ставлю двойной. Здесь еще двойной поставлю. По бокам поставлю двойной. И мину поставлю. Чомпера надо будет убирать сейчас. Я его не туда поставил. Да их просто и нету больше. Двойной сюда. Так, ну что, я не знаю, как ставить, уже места нету. Давайте быстрее взорвем их, новые быстрее появятся. Сейчас мы этих взорвем. Так, значит, чомпера убираем. И поставим, наверное, двойных сюда и туда двойных. Я предлагаю поставить целую линию еще, вот так. А это мы будем сносить все. Убираем, потому что мне это не надо. Что заморозка в каждый ряд надо поставить. Сюда-сюда. Простой куда? Простой по центру простой будет. Еще один простой. Давайте тогда так вот будут простые. А здесь двойное место для двойного осталось. Репитер я имею в виду. Двойной горох, я считаю. Я так называю простых. Здесь кто перепрыгивает, на мины будут прыгать. Я сделаю таким образом. Здесь уберу, пусть заморозка будет. Так, съели они. Но дальше они не пройдут.
Так, это двойной здесь, да, правильно? Да, двойной. Все, что с заморозками? Заморозками некуда ставить. Простые есть. Три простых есть, можно поставить. А давайте заморозку поставим сюда и заморозку сюда. Давайте взорвем. Так, что у нас по симметрии? Давайте двойные сюда и внизу двойная будет. Двойная, все. Здесь у нас таким образом будет. Простые остались. Ну и пофиг на них. Сейчас все взорвем. А я все продам. Чтоб в конце асимметрия была, я все просто продам. Что там за звуки на улице? Все, короче. Прошли первую главу. Да что там за звуки-то, ё-моё. Сигнализация даже сработала. Пойду смотреть, что там. Спасибо за просмотр. Скоро пройду все остальные главы. Всем удачного дня. Чао, какао.